Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу для автоматизации обменных пунктов. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные полномочия настроены для кассира обменного пункта и бухгалтера организации. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Программное обеспечение может работать как в одном обменном пункте, так и объединить сеть обменников в единую информационную систему. В главном окне программы каждый кассир будет видеть список валют, с которыми работает его подразделение. По каждой валюте отображается остаток средств. Зеленым цветом выделяются колонки для покупки валюты, синим цветом для продажи. Если пришел клиент и ему требуется продать определенную валюту, достаточно просто ввести сумму в раздел «Продажи». При этом сразу будет рассчитан эквивалент в национальной валюте. Его мы увидим в колонке желтого цвета. При необходимости кассиру может быть дана возможность менять курс сделки, если, например, клиент обменивает крупную сумму и хочет более выгодный курс для себя, а также клиенту может быть предоставлена скидка. В соответствии с законодательством вашей страны программа может требовать указания клиента, например, если сумма сделки больше определенного значения. Клиента можно выбирать из списка, если он уже приходил ранее. Поиск при этом осуществляется по имени или номеру документа. Если клиент не был найден, его можно легко добавить. При добавлении клиента информацию об удостоверяющем личность документе можно не только переписать, но и перекрепить отсканированный файл. Как вы видите, все легко и быстро. Ввели сумму и сохранили. Ввели сумму, сохранили. Если выставить галочку «Печать», клиенту при совершении обменной операции будет распечатываться чек. Кроме проведения операций, программное обеспечение для обменного пункта может формировать различную отчетность. Отчетность делится на внутреннюю и обязательную для предоставления в Национальный банк. Внутренняя отчетность может отобразить остатки по определенной валюте и обменному пункту. Может вывести валюту, которая заканчивается. Может сформировать реестр всех операций на случай, когда нужно проверить определенную кассу. В разделе обязательной отчетности будут автоматически заполняться те формы документов, которые требует регулирующий государственный орган. Например, для Казахстана обязательным документом является приложение номер 13, которое является ежемесячным отчетом. Сформированный документ можно легко распечатать или экспортировать в Excel. Мы показали вам лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с компаниями по всему миру. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно!